Здравствуйте. В эфире программа «Городская среда». Сегодня поговорим о проблемах жителей столицы. Не только потому, что они нам тем или иным образом близки, а потому что все, что происходит в главном городе Молдовы, так или иначе, как в зеркале, отражается и на положении дел в других городах страны. Разобраться в том, что сегодня происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве главного муниципия страны. Грозит ли столица утонуть в мусорных завалах? Как обстоят дела в обеспечении кишиневцев услугами современного общественного транспорта и пригодной питьевой водой? Во всем этом нам помогут разобраться гости программы. Муниципальные советники от партии социалистов Александр Комаров и Виталий Мукан. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начну, наверное, с самой такой вот животрепещущей, наверное, теме, которая близка сегодня каждому кишиневцу, кто проживает в наших современных и не очень многоквартирных домах. Тема ЖКХ. Большинство кишиневцев вот еще хорошо помнят то время, когда каждый из них мог по тем или иным хозяйственным вопросам обратиться в так называемые ЖЭКи или там другие какие-то предприятия существовали при ЖКХ, жилищно-коммунальном хозяйстве. Что сегодня, к чему свелась роль ЖКХ и, в общем-то, куда идти с той или иной проблемой простому кишиневцу? Ну, во-первых, нельзя объять необъятное, поэтому предлагаю, давайте пройдем по каждому направлению отдельно. То есть это система ЖКХ, это уборка мусора, экология и зеленое хозяйство, транспорт и инфраструктурные проекты. Надо сказать, что когда стали готовить передачу, тем, конечно, очень много, и осветить их все в одной передаче не получится. Я прошу извинения у горожан. Мы только наметим темы, но мы с Виталием Ивановичем обещаем, что мы практически по каждой теме сделаем более полную передачу и на разных телеканалах и доведем до кишиневца более глубоко эти проблемы. И тем не менее надо сказать, что вот какие-то сегодня мы темы затронем. Это, например, квота партии. Сегодня огромное количество жителей приходит к нам на приемы и со слезами на глазах говорят: ну как же так, я экономила, у меня 0,6-0,8 куба, я не позволяю себе, значит, ни одного дециметра кубического воды, ко мне плюс приходит 2, 3, 4, 5, 6 метров кубических, я должна оплачивать это, где мне взять деньги и что с этим в конечном итоге делать, с этими счетами. И что в таком случае вот можно посоветовать кишиневцам? Ну, я бы... Да, ну вот есть новый закон 322, это изменение закона 303, но он тоже не решает данной проблемы, потому что даже учесть то, что это довольно прогрессивный закон, и он является базой для улучшения ситуации, но сегодня он не решает проблем ни квота партии, ни прямых договоров. То есть платить надо или не надо вот сегодня, когда мы видим такую добавку? Не, ну согласно законодательству и согласно регламенту ОНРЕ, закон принят так, что платить надо. Поэтому в надежде, что ситуация изменится, был принят этот закон 322. Но он не меняет ситуацию. Единственный правильный путь – это заключение прямых договоров поставщиков с потребителями. То есть все по каналу, надо, каждая квартира надо, должна надо договориться сказать, по каналу. Да, значит, что там вообще происходит с этим законом? С одной стороны, АП каналу вменили в обязанность устанавливать новые счетчики с дистанционным управлением. Это позволит, конечно, считывать потребление воды у всех потребителей в одно время. Увидеть, кто, например, говорят, что не проживает, что потребления воды нет, а электрическая энергия, например, расходуется, что с этими делать потребителями. Значит, в одну секунду эта информация передается сразу на момент считывания. Но для того, чтобы это даст возможности работать с неплательщиками, но Наверное, облегчить долю тех, кто экономит, ведь, понимаете, тогда экономить и не получить финансовую прибыль, это довольно, ну, мягко говоря, обидно. Вот как вот обращаются к вам кишиневцы, говорили, там, у меня полкуба, а я еще за три куба сверху кому-то плачу. Здесь надо сказать, что если, конечно, будут прямые договора, кишиневцы будут платить только за потребленную воду. Сегодня же, с другой стороны, значит, АПО-канал или любая другая организация, которая работает с населением, пытается свалить это все на ассоциации, кондоминиумы. Те же ЖЭКи, которые работали, значит, как тепло, как вода, как это самое, значит, считали и собирали, значит, в том числе попадали неплательщики.
Но данная методология позволит исключить вот эти квотапартии. Но для того, чтобы внедрить это, закона недостаточно. Теперь НРЭ должно разработать в течение 6 месяцев ту методологию этого документа. Включить в тариф и дать деньги на инвестиции, на применение этого тарифа. Понять, как будут устанавливаться эти счетчики в одной квартире на Рыжкановке, в одной на Ботанике, и это будет дорого. Либо это будут переходить полностью дома, либо опять они будут пытаться заключить вопросы с кондоминиумами. Значит, также это касается, в принципе, и горячей воды, и теплоносителей, и других энергоресурсов. Все эти вообще моменты тесно пересекаются с законом о кондоминиуме, который сегодня как бы пытаются внедрить. Вот президент отправил этот закон на доработку. И сегодня надо понимать, что система ЖЭКов разрушена, все 23 ЖЭКа, значит, сегодня находятся в процессе несостоятельности. Тот лечик, который жители перечисляют на работы, которые как расписаны этот летом, 15 банут на одну работу, на 20 на другую, в принципе, они не доходят практически до работ. Значит, город не убран, город имеет массу проблем, которые накапливаются, а жители тем сейчас, и все пытаются спихнуть это на кондоминиум, чтобы, ну давайте уже идем от этой дирекции, идем от этих ЖЭКов, вместо того, чтобы попытаться наладить дисциплину в городе, значит, вернуться к системе, у нас есть механизм, как это вернуться, восстановить уборку города, восстановить подвалы, сети, крыши, и только потом, подготовив жителей, говорить о кондоминиуме, происходит несколько у нас другое. Что сегодня объединяет это понятие кондоминиума? Ведь совершенно новое уже получается такое, достаточно в обиходе кишиневцев слово, и... В общем-то, следует ли вступать в этот кондоминиум сейчас? Ну, во-первых, понятие кондоминиума есть старый закон о жилье, который еще имеет свою юридическую силу. Сейчас парламентом в первом чтении был принят новый закон о кондоминиуме. Президент его не ратифицировал, потому что там есть свои вопросы, направил на доработку. Сейчас мы тоже обсуждаем этот закон, что он предусматривает, какие там есть подводные камни. Но наша позиция на сегодняшний день — рано внедрять этот закон. То есть на первом этапе необходимо вернуть, во-первых, под контроль примарии систему ЖКХ, управление системой ЖКХ. Потому что сейчас она неуправляемая, сейчас она ничейная. И просто вот этот бардак хотят усугубить. Значит, как это сделать? Это есть проект решения. На базе 5 МСЛов создать муниципальные предприятия управления системой ЖКХ. Вернуть этот лечик опять в примарию. И с полной передачей персонала, потому что МСЛы имеют и территорию, и технику, и персонал. Значит, два. Запустить программы по восстановлению жилого фонда с выделением дополнительных средств из муниципального бюджета. Мы на первом этапе порядка 100 миллионов леев в год на эти цели. То есть целенаправленно на восстановление жилого фонда. Это сети, это крыши, это подъезды, то есть общие домовые территории. То есть ежегодно будут выделяться вот такие средства? Необходимо, для вот такой необходимо выделять. И только в таком случае мы можем говорить о следующем этапе, о переходе на эти кондоминиумы. Третье. Внести изменения в законодательную базу для перехода на прямые договора. Потому что сейчас, чем это закончится? Будут заключены договора, то есть все проблемы, все эти проблемы по долгам, те же самые 600 миллионов, те же самые текущие... Как раз возникает вопрос, да, текущие, что делать с этим историческим долгом? Нет, мы говорим о том, что текущие долги из-за чего? Из-за того, что не было прямых договоров, все эти договора были с ЖЭКами, ЖЭКи накапливали долги, и вот эти долги вылились в те проблемы, которые мы имеем. Если сейчас будут другие какие-то организации, это ассоциации, ЧЧЛ или тому подобное, значит, в любом случае поставщики будут заключать с ними договора, опять они будут накапливать долги, и в итоге они пойдут по пути ЖЭКов. Опять банкротство, опять люди будут оставаться как бы... то есть будут эти долги накапливаться как у каждой квартиры, так и у ассоциации в целом.
Если можно, я чуть слушал Виталия Ивановича, все сказано правильно. Здесь просто нужно понимать, что 100 миллионов никто пока не выделил. Разговор идет о том, что недопустимо оставлять кишиневцев один на один с новыми ассоциациями. Если новые ассоциации, куда покупают люди новые квартиры, более обеспеченные, они в состоянии оплатить все расходы, которые возникают в этом кондоминиуме, то если наши более возрастные коллеги, граждане будут переходить на кондоминиум, говорить будут, что давайте деньги теперь на это, на крышу, давайте на подвалы, поменять сети. То есть их пенсии разорвутся, давайте, так? Да, да, да. Дорожки. То у них просто не будет денег. Им предложат, идите тогда, занимайте деньги, идите в банк. Давайте, это вплоть до каких-то скандалов, это вплоть до потери квартиры. Притом огромная армия чиновников, которые будут обслуживать эти кондоминиумы и так далее, и так далее. То есть ну, нельзя в одночасье. Мы, по крайней мере, бы, значит, те, кто хочет и может переходить, пожалуйста, переходите. А там, где просто навязывают это, внимательно посмотрите, пока не сделан дом, крыши, подвалы, сети, к этому надо относиться очень осторожно. Угу. Да, и что хотел добавить, мы же не говорим только там о каких-то, то есть о пенсионерах, либо, но мы говорим там молодые семьи, которые вместо того, чтобы потратить на семью те 500 или 1000 лей, вынуждены будут забирать из семьи и отдавать эти деньги на восстановление там домов. То есть это затронет каждого. Если можно, Виталий Иванович, последняя цифра. Если раньше житель платил 1 лей с квадратного метра и квартира 70 квадратных метров оплачивалась 70 лей, то сегодня, говорят, для нормальной эксплуатации сетей, крыш, окон, подвалов, освещения необходимо платить 8, 10, 12, 16 лей. С каждого метра. С каждого метра. То есть мы говорим увеличение, в данном случае предлагают нам увеличить не на 2%, не на 3%, не на 100%. А на 1000%, на 1600%. Это, конечно, нужно понимать, нужно готовить председателей этих ассоциаций, чтобы они умели работать с банками, могли понимать, куда обращаться за юридической помощью, разработать эти юридические фирмы, которые были бы заточены на решение проблем горожан. И только в этом случае, чтобы не было шоковой терапии с переходом от ЖЭКов, которые развалили и которые не хотят восстанавливать, то ли не умеют, то ли не понимают, и вернуться вот к этой новой форме, она прогрессивная, ее кругом предлагают. Осторожно, повнимательнее. Почему президент и отправил на доработку этот закон? Потому что с ним еще надо поработать. Понимаю. Но ведь помимо ситуации в самих домах, есть, я думаю, ведение жилищного коммунального хозяйства и наши улицы, наши дворы, дворовые площадки. Город, несомненно, нужно причесать, и то, в каком состоянии мы сегодня находится столица, это, ну, я, знаете, в нашем телеканале мы часто показываем такую туристическую программу, как «Орел и Решка». И там вот буквально недавно была, то есть была показана программа у нас о том, как путешествовали героини эфира в столице одной из африканских стран. Ну, у нас разве что еще ручьи не текут по улицам из-под корыт домохозяек, где там происходит какая-то стирка. А так я практически видел такое вот заброшенное городское хозяйство, такой непричесанный, неуютный город с, знаете, в общем-то, много ям, несколько дорог и никаких, в общем-то, очень умных или правильных развязок. То есть такой комплекс проблем. И вот дежавю, я думал, какой-то африканский Кишинев, или у нас, в общем-то, наверное, какая-то африканская столица. И если я позволю себе еще такую, если разрешите, позволю себе такую, опять же, метафору, буквально вот перед накануне нашей с вами сегодняшней встречи, я увидел афишу, к нам в гости приезжает команда, одна из знаменитых команд КВН, это не на правах рекламы, просто у них название Пятигорск. Я думаю, что Кишинев мог бы смело выставлять такую команду КВН, которая назывался бы «Многоямск», понимаете, в котором можно бы в этих наших ямах можно похоронить все горы Пятигорска. Да, абсолютно правильная тема, давайте затронем ее.
Значит, ну, КВН у нас в городе. Я уже сегодня только ленивый не обращал внимания на... И не шутил на эти темы. Да, на грязные улицы города, на нечищенный город, на, я не говорю про поливание улиц, вообще такую чистку. Зимой, естественно, заснеженное. Мы видели, что два капли снега неожиданно, как всегда, мы как бы шутим насчет этой фразы, все вместе, все горожане падают, и город прекращает работать. Сегодня, значит, базовое предприятие «Эксдрупа», которое существует, техника 80-х годов, в принципе, обновлений за эти годы не было, они задыхаются, они не в состоянии этого выполнять. Намеченные на них цели, в том числе чистка, ремонт и ремонт дорог, которые они обязаны делать. Значит, фракция социалистов в прошлом году попыталась и проголосовала за выделение 16 миллионов лей на покупку техники. Ну, я думаю, что вы догадаетесь, сколько лей было использовано на эту закупку. Ноль. Значит, предприятие осталось без техники. Не будем сегодня обсуждать, почему, потому что еще целая передача. Те выделенные 5 миллионов на этот год, которые выделил муниципальный совет Приморья, значит, они ничего не отражают, они ничего не решат. Там нужно вкладывать деньги. Значит, и единственное, что сегодня оказалось, да, получили они технику, они получили два многофункциональных КАМАЗа. Это тот подарок президента, который был сделан предприятием, в том числе город получил два вот КАМАЗа. Вот за 10-12 лет единственное обновление. Значит, ну, необходимо постоянно вкладывать деньги в это предприятие, деваться некуда, и за три года практически обновить. Мы подаем, наша комиссия, вот комиссия ЖКХ, три года, четыре года подает тот минимум, который необходимо сделать, чтобы, в принципе, убирался город. И одна из бед этого предприятия, в том числе тоже, почему они не могут встать на ноги, что мы вот с Виталием Ивановичем бились и вместе с Чебануном Васильевичем пробили прямые договора. Значит, сегодня существует что? Наши муниципальные предприятия, чтобы сделать работы в городе, должны играть тендера. Приходит какая-то фирмочка с двумя лопатами, играет тендер, выигрывает, потом нанимает наше предприятие на работу, забирает базовую прибыль себе, оставляет этим предприятиям что-то, нечто, прибыли нет, развивать предприятие за счет собственных и так далее, и так далее. Значит, несмотря на то, что мы пробили вот это положение, он, Виталий, выписал, значит, последние контракты тоже опять в этом году опять играет тендера. Это что такое? Это вообще кто допускает? Ну, уже нужно этими вопросами заниматься. Мне кажется, обращение к Генеральную прокуратуру инициировать для того, чтобы... Что хотел добавить. Действительно, то есть мы изменили ситуацию. И с этого года заключаются прямые договора с двумя муниципальными предприятиями. Это «Эксдрупа», которая обслуживает дороги, и «Лумтех», которая обслуживает освещение в Кишиневе. Значит, по «Эксдрупа» что мы видим? Раньше управление транспорта объявляло тендер, и тендера выигрывали компании. Сейчас они пошли по другому пути, но тоже с тем же самым эффектом. Сейчас «Эксдрупа» публикует тендера, и получается, опять будут выигрывать какие-то третьи компании, которые будут выполнять работу. То есть в недрах самого предприятия. Ну, самое печальное, что средства нужно немного. Да. Мы опять будем говорить вот из сегодняшней ситуации, обещаю кишиневцам с этим подходом примарии, что город будет не убран, что тысячи этих медицинских будут работать, потому что скользко, что с утра транспорт не может выехать, и если по центральным приезжает, я уже не говорю про второстепенные, ситуацию надо менять и вкладывать в это предприятие. Не очень большие деньги на уровне примарии. Но это достаточно, например, технического перевооружения? Абсолютно. И уже будет решено? Там подготовленные люди, подготовленный персонал, они в состоянии все это делать, они работают в любых условиях. То есть к самому персоналу предприятия нет претензий, они достаточно правильно заточенные люди. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Смотрите, тема экологии. Парки, водоемы нуждаются в уходе. Вот что предлагается сделать сегодня, что делается, что предлагается для того, чтобы, смотрите, также неожиданно, возможно, наступит лето, горожане потянутся к водоемам, а качество воды в наших озерах городских, конечно, опять будет оставлять желать лучшего. Вот какова ситуация на сегодняшний день и что необходимо предпринять?
Да, ну, вырубка зеленых насаждений, строительство в парках, заросшие, загнивающие озера, незаконные свалки, конечно, это все не создает комфортной среды для жителей Кишинева. Но хочу вам сказать, тем не менее, создан первый прецедент по очистке озера Албишары. Сейчас мы, фракция социалистов, совместно с муниципальным предприятием «Спаций Верс», начинаем работы по облагораживанию сквера зоны отдыха у озера Албишары. Это озеро Михай-Витязь, так называемое. Значит, что там будет оборудование? Там будет оборудование, новая дорожка, установлено освещение, построена детская и фитнес-площадки, установлены скамейки и будут высажены зеленые насаждения и клумбы. И также впервые мы запросили предприятие и примарию, чтобы эта территория была зарегистрирована в качестве официального парка зеленых насаждений озера, то есть чтобы в этих границах как публичная собственность, как парк была зарегистрирована. Значит, ну, по нашему мнению, практику по очистке озер, по созданию новых скверов, парков необходимо продолжать, это однозначно. И, ну, кроме этого, необходимо срочно принимать меры по загрязнению берегов рек. Мы все видели с вами, что творится вдоль реки Бык. Да. Значит, озера, лесопарки, все это в ужасном состоянии, и все это надо приводить в порядок. Да, то, что происходит сейчас в последнее время, действительно дает какие-то результаты. Но это надо все системно, это надо периодически, и это надо поддерживать. А достаточно того, что сейчас происходит? Или, может быть, нужны какие-то новые технологии, новые подходы к решению? Однозначно недостаточно, потому что это все временно, это все это хаотично, нету системы по уборке, нету системы по контролю. Мы говорим, если мы говорим об этом, значит, уже сколько лет, как передали полномочия выписывать штрафы и следить за чистотой в городе муниципальным властям. Не создано никаких каких-то специальных отделов, либо там, не говоря уже о муниципальной полиции, которая бы следила за этими всеми вещами. Значит, в том числе необходимо ужесточение контроля за сбросами в канализацию, во-первых, в ливневую канализацию, потому что были прецеденты, когда отходы сливались в ливневую канализацию, попадали в Бык и это. И несанкционированные сбросы в водоемы. Еще один немаловажный факт, то есть момент, это состояние воздуха в Кишиневе. Никто за последнее время не обращает внимания на это, хотя мы считаем, что необходимо отчет о состоянии воздуха должен быть ежедневным. Вот как идет прогноз погоды, так и отчет по состоянию воздуха в Кишиневе. От этого все, то есть как результат всех вот этих мероприятий, то зеленые насаждения, там все эти вещи, оно как результат дает состояние воздуха. И мы не оцениваем, мы не понимаем, где мы находимся и какое у нас состояние. Но, тем не менее, надо учитывать еще и то, что нашему, так сказать, зеленым легким столице нанесен достаточно ощутимый ущерб. Смотрите, за последние 10 лет сколько было вырублено деревьев, насколько были уменьшены эти зеленые легкие. Если уже в скверах иногда можно найти и заправку, а уж жилой дом, тем более, кто-то возьмет и впишет. Удивляет еще то, что как-то бездумно раздаются эти земельные участки буквально на... Я понимаю, это экономически оправданно взять, построить дом на готовой инфраструктуре, подключиться к канализации. И на что будет дальше, когда, смотрите, огромное количество новостроев на старой инфраструктуре, но рано или поздно где-то взорвется, мне кажется, или прорвется. Ну, это такое же отступление. Ну, надо сказать, что мы попытались, у нас даже вот эти парки, которые существуют, значит, вот эти кадастровые номера и границы парков, их на многие не существует, а там, где существует, их задвинули достаточно далеко, и мы видим в течение многих лет, какие нарушения были, ну, с этими парковыми зонами. Значит, опять-таки, Мунсовет наш принял решение
по запрещению строительства во дворах, строительства выше двух этажей, то это спортивные какие-то комплексы, общественная необходимость. Значит, и мы видим, что в нарушении всего это строится. Ну, это очень большая тема, у нас есть люди, согласен, которые этим занимаются. Мы как бы даже не хотели сегодня об этом разговаривать. Я единственное, что добавлю, что к Виталию Ивановичу, если он позволит, что... Конечно, чистка озер, они у нас, мы видим то, что рыба, значит, пропадает, начиная с озера, вот это прошлое название Комсомольское, значит, заваниваются эти озера, и к воне мусорок и так далее добавляется еще это самое. Конечно, вот эта практика, она началась, город не занимался этим, надо ее продолжать. Сегодня существуют технологии про озонирование этих озер. Говорят, что она очень эффективная, не очень дорогая. Мы внимательно смотрим по этой технологии, говорили со своим лидером, значит, Чебаном Иваном. Значит, и хотим представить, посмотреть, что это будет. И если в состоянии будет оживить озеро из энной мутной воды, сделать достаточно голубое озеро, наверное, эти вопросы мы будем поднимать как таковые. А насколько это затратно, вот такая технология? Значит, ну, на озеро среднего размера, Кишиневское, чисто оборудование. Кстати, такое озеро сделали в районе Каприян. Да. Надо посмотреть, уже год прошел, эффект. Она 32 тысячи евро базовая, ну плюс еще подключение к этому оборудованию и срок гарантии озонирования этого озера 10 лет. Если там будет эффект, то можно, если будет, это все Кишинев, можно будет провести, ну, достаточно за короткий срок вот эти наши водоемы, достойные для отдыха, для купания, для... Ну, вот, того, чего достойны кишиневцы, потому что, говорят, город очень эффективен, когда в нем здание занимает одну треть города, вода занимает, чистая вода, одну треть города, и зеленые насаждения занимают одну треть города. У нас, к сожалению, эти нормы не соблюдаются. Да, понимаю. Раз уже как бы тема экологии тем или иным образом уже у нас достаточно... развернуто. Вот такой момент. К нам в редакцию часто обращаются люди, заявляют, ну, например, о том, что уборка мусора, твердых отходов осуществляется, ну, не так, как бы им хотелось, не так часто или, может быть, не так эффективно. Нас уже приучили к тому, что мы можем раздельно собирать или сортировать этот мусор. Есть клетки для полиэтиленовых бутылок, есть специальные контейнеры для бумаги, для стекла. Тем не менее, ну, я понимаю, что это связано еще и с культурой человеческой. Тем не менее, вот как бы то, что сегодня происходит на вот этом фронте уборки Кишинева или, так сказать, борьбы кишиневцев с отходами, мне кажется, город проигрывает пока эту битву. И, потому что, например, вот если... Ну, каждый кишиневец, я уже прошу прощения за столь сбивчивую речь, потому что для меня эта тема тоже крайне важна, интересна. Недалеко от нашего дома, вот место сбора мусора, оно само по себе, это место уже мусор. Понимаете, оно все время захламлено, завалено, оно не убрано. Там стоят контейнеры, но они вечно путешествуют. Я каждый раз за ними сам охочусь, потому что в один контейнер надо выбросить бутылки. И часто даже соседи уже говорят, мы вами просто гордимся, Станислав, потому что мы уже устали искать эти контейнеры, которые гоняют во дворе. Ну, не знаю, просто автовладельцы иногда занимают место, ставят контейнеры и потом ищут его. Ну, тема такая, она такая же важная, как... электроэнергия, вода, газ и все остальное, потому что не вывести один раз мусор из города. Значит, город генерирует порядка 5000 метров кубических мусора в день, в сутки. Значит, вот если представить себе это территориально, сколько мест? Ну, это много. Значит, то есть это в день примерно один стадион? Ну, полстадиона точно. Полстадиона точно. Да. Значит, сегодня весь мир, конечно, перешел на вот эту проблему. Если не заниматься, то она займется вами. Сегодня более-менее появляются раздельные, значит, у нас вот эти приемки мусора. Мы давно следим за этим предприятием и, надо сказать, помогаем. И кое-что в этом году, за эти годы, за 4 года было изменено. Значит, но необходимо доводить до людей, что за этим стоит, за сбором мусора, зачем он вообще нужен. Конечно, раздельный мусор нужен по всем позициям.
и по батарейкам, и по лампам, особо опасные, потому что там отходы. И эта практика началась и прекратилась. За рубежом даже отдельно собирают пробочки от бутылок и так далее. То, что можно дальше не свалить на мусорку, а превратить опять в общественно полезные какие-то продукты, это нужно делать. Но это делается очень медленно, и надо на это обращать внимание, на сборку. Сортировка. Ну, у нас мусорки не безразмерны. Мы когда-то с Виталием считали, что на организацию мусорки, на одну тонну мусора, необходимо организацию самой мусорки, вот на это 20 евро. Вот построить на 40 тысяч там, кубов, на 50 тысяч кубов, это сотни миллионов лей нужно на организацию нормальной мусорки, огромные деньги. Поэтому того, что у нас есть, это надо беречь и пытаться вывести меньше на этот мусорный полигон, который существует. У нас было, что закрыли Цинцарены мусорный полигон, открыли здесь Бубуечих. Бубуечи стали задыхаться, город стал задыхаться, свалили 1 200 000 кубов мусора. Образовалось порядка 100 тысяч тонн левигата, который без подготовки, эта мусорка была сделана, отравляла город, проникает под воду, в колодезные воды, и в том числе попадает и может попадать в артезианские воды. Благополучно мы эту мусорку совместно закрыли. Значит, создали станцию вместе по переработке левигата, которая, кстати, вот 20 числа, это в эту субботу, ее там аутосабилитать открывает. Значит, наверное, мы там будем и пригласим вас на это открытие, для того, чтобы вот не травить город этими, значит, отходами. Переработка мусора. Вот этот весь мусор, который поступает, его нужно перерабатывать. У нас открылось одно предприятие, открылось стихийно. Город до сих пор заключил с этим предприятием только пилотные проекты. Постоянного проекта нет. Это предприятие перерабатывает только до 8% мусора. Это страшно мало. Весь мусор опять вывозится. Бутылки, там, всякие тряпки. Все это то, что можно перерабатывать. Металл, стекло. Частично уже перерабатывается. И опыт есть, и слава богу. А все остальное вывозится на мусорку. Значит, Цинцарены... Но этот пилотный проект можно считать, например, успешным? Если он однозначно успешный, но 8% это не решение. Нужно не продолжать, сомнение. Заключать договора, понимать, как это развивать и перерабатывать не только твердые, но и жидкие отходы. Там есть идеология, как переработать, сделать удобрения. И можно и нужно этим заниматься. Никто в Приморье этим не хочет заниматься и не хотят понимать. Вот проще вывести. Есть свои проблемы с цинцеринами, которые Приморье взяла на себя и помогает этому населенному пункту. Значит, и сегодня еще есть емкость Цинцарен, куда вывозится мусор. Но контракт заключен, заканчивается 31 декабря этого года. Я обращаю внимание всех служб, что в этом году заканчивается контракт, что надо уже сегодня работать и понимать, как это будет функционировать дальше. Самому мусорному полигону необходимы ремонты, необходимо дальше нарастить и там сделать определенные работы по дамбе. Значит, предприятие сейчас установило там несколько дополнительных емкостей для левигата, но там нужно устанавливать такую же станцию, как в Бубуечах, по переработке этого левигата. Он перерабатывается в техническую воду. Эту воду там нужно делать в озеро, либо, ну, в принципе, можно и поливать, и что угодно с этим делать. Но эти работы надо делать. И как бы дороги нужно делать. И еще одна большая проблема, что в этом году мусорные полигоны, я еще до конца этого не понимаю, они переходят под контроль государства. Какие взаимоотношения будут с инсаренными, как государство справится со своей задачей, если там такие специалисты, и что будет происходить. Хотелось бы, чтобы уже власть попридержащие задумались над этой проблемой сегодня и не превратили момент перехода в очень большую проблему. Обращаю внимание на эту тему. 31 декабря первый контракт, взаимоотношения с цинцаренами, которые нужно понимать, и переход под другое ведомство, которые должны взять флаг в руки и нести смело и уверенно. А правительство забирает себе только этот полигон или все полигоны? Ну, идеология такая, что забрать все полигоны, которых я здесь могу плавать, по-моему, их собирается создать до 8 и продолжать эту работу. Я не буду оценивать это решение. Значит, ну, наверное, оно правильное с правительством. Во всем мире же существует уже достаточно много самых разных решений, современных решений. Не только разделение мусора на там, твердые
мягкие, там, жидкие элементы и так далее. Но ведь есть и мусоросжигательные заводы, есть заводы по переработке полиэтилена и стекла. Вот что-то предлагается сегодня Кишиневу в качестве таких вот решений? Ну, однозначно, весь мир уже переходит на эти проекты, то есть внедряются эти проекты, и даже в Вене есть мусоросжигательный завод. То есть технологии достигли такого уровня, что уже могут в центре города... Технологически безопасные. Да, технологически безопасные и не выделяют каких-то вредных... То есть сама технология переработки мусора уже совсем другая. Значит, у нас в Кишиневе пока это все только на первом этапе идет, вот эта сортировка мусора с этим, по этому пилотному проекту, и отбирается всего 8%. Но нам необходимо прийти действительно к полной переработке, к полному циклу переработки мусора. Это начиная от сортировки, как сказал Александр Петрович, в контейнерах. То есть то, что сейчас делается, это лишь малая доля. Необходимо обучать население, предпринимать какие-то меры. Контейнера должны быть более, то есть не только там для пластмассы и стекла. Должны быть, то есть раздельный мусор должен начинаться с дома. На втором этапе действительно нужно сортировать весь мусор и перерабатывать его полностью. Это включая... отходы пищевые, которые там есть свои процедуры, которые в итоге получается удобрение и все это перерабатывать. По технологиям мировым от мусора должно оставаться порядка 10%, там, 7-10% безопасных отходов, которые уже можно, можно на полигон. Да, если Виталий Иванович позволит, значит, да. Он упомянул мусоросжигательные заводы. Да, действительно, население просто боится всех этих моментов. Во-первых, они очень дорогостоящие. Если брать эти заводы, то только суперсовременные технологии, которые существуют. В-третьих, значит, просто нужно подготовить. И вот та же Россия, те же другие страны, Бельгия, которые делали, они делали туда экскурсии. Посмотрели, как там цветут цветы, как там сверху катаются, делали там демонстративные эти лыжные спуски, показывали, стояли датчики на входе. То есть как бы это все нужно делать, это перспектива, этим нужно заниматься. Но я повторяю, это очень дорогостоящее, поэтому нужно степ-бай-степ, шаг за шагом понимать, что мы делаем. Еще такой момент. Транспортные, то есть транспортная инфраструктура сегодня. Вот я себе позволил такую метафору «Многоямск», так сказать, не Кишинев. Вами неоднократно говорилось о том, что есть решение улучшения ситуации как на автотранспортных развязках в самом городе, в самом Кишиневе, так, в общем-то, наверное, ситуации на въездных и выездных артериях города. Вот каково решение, как вам видится это решение этих проблем? Ведь, смотрите, наболело для кишиневцев, допустим, прокладывать маршрут мимо, например, табачного комбината. Знаешь, что попадешь обязательно в пробку. И еще очень с таким трудом прорываешься через вот этот сложный, запутанный транспортный узел, кто кому как должен уступить. Да, правила дорожного движения существуют, но вот полиции почему-то там никогда не видел. Вижу, сейчас полиция разруливает потоки, связанные, например, ну, когда проспект Дача, Виадук, пересекающие улицы, там накапливается транспорт, появляется полицейский, пытается это все разрулить. Но тем не менее, существовала какая-то система светофоров. Существовало, я помню еще то время, когда по улице Букурешт, тогда еще «Искра», висели ну, такие световые табло, на которых можно, там написано, с какой скоростью надо проехать, чтобы попасть на зеленую волну. Вот, сегодня так угадываешь, где, когда эта зеленая волна наступит, поймаешь ты ее или нет, но сегодня, мне кажется, Кишинев не справляется с растущим транспортным потоком. Ну, значит, транспорт, да, одна из важнейших тем тоже, хотя сегодня, мне кажется, все темы важные, которые поднимаются в рамках этой передачи. Значит, почему проблемы? Ну, во-первых, нету основы, нет базы для всего этого, нет условий и четких правил для развития транспортной инфраструктуры, вообще транспортной артерии города Кишинева. Не разработана транспортная схема. Мы всячески продвигали это, и на муниципальном совете голосовали за разработку этой транспортной схемы.
но возле ныне там транспортной схемы не имеем, непонятно, как город должен развиваться, какое состояние города на сегодняшний день. Чем это объясняется? Невыгодно, получается, чиновникам от Приморья заниматься этим? Ну, это сложный вопрос. Может быть, им некогда, может быть, невыгодно, может, они не понимают, как, хотя мы... Невозможно, чтобы здесь не просматривались какие-то бизнес-интересы. Ведь транспортная система может разрушить чей-то бизнес. Если что-то делается или что-то не делается, как в данном случае, смотрите, это кому-то нужно. Сразу можно просчитать, кому. Ну, во-вторых, нет видения, нет генерального плана, поэтому нет видения строительства новых развязок, выездов, въездов в город, системы парковок, то есть была та система, которая разработана, чтобы заработать денег, и все, и на этом все закончилось, умерла. Система парковок, либо видения по развитию парковок в Кишиневе нет. Вокзалы эти центральные, вынос их, то есть... Выносим, не выносим. Выносим, не выносим, загород. Непонятно. Вынос большегрузного транспорта, ЖД вокзала, транспортного ЖД вокзала, то есть раньше оно были в Бульбоках, сейчас его перенесли в центральный ЖД вокзал. Опять же, это усложняет ситуацию. Строительство новых связей между районами. Потому что у нас тоже были предложения, как там через железнодорожные переезды вот эти связи связать районы. Сейчас нет этих связей. Значит, одна из то, что вы затронули тема, это светофоры, системы мониторинга и регулирования движения. Ну, конце-то концов, мы 21 век на дворе, мы живем в век технологий информационных, когда это все есть в других странах, внедрено. Сколько раз мы поднимали эти вопросы и предлагали исполнительной власти, чтобы они внедряли эти проекты, ну ничего не делается. Может, здесь финансовые проблемы города мешают развиваться? Неправда финансовые. Они деньги на установку камер, которые работали только на штрафы, они нашли. А эти камеры направить на регулирование движения и привязать к этим камерам светофоры и сделать эту систему общую для того, чтобы не стояли, да, полиция, спасибо МВД, сейчас как-то пытается утром, вечером регулировать это движение, чтобы не создавались пробки. Потому что иначе город бы просто задохнулся. Но существуют технологии, которые можно внедрить в Кишиневе. И все вот это в электронном, в автоматическом режиме, все это регулировать. Значит, если ты позволишь, Виталий Иванович, вот я проследил вопрос господина Выжги, что сегодня действительно есть проблемы, которые требуют огромных вложений. Ну, например, развязка табачки, да? Там требуется, ну, очень серьезное вложение. И как то, минимум, и там нашим институтом разработаны какие-то упрощенные там схемы уже движения. Но есть ряд улиц, которые ограниченное количество денег с решением вопросов. Ну, это же продление вот Албишара, Страда Месседжер, которая практически существует. Я хотел задать вопрос. Выезды из города. Значит, например, со Студенческой мы поворачиваем в сторону туда, Аргеевской развязки. Значит, дополнительно сделать еще одну на 400-500 метров полосу, чтобы транспорт мог уходить также и на въезде. То же самое положение вот в районе сельхозинститута, там выезд на объездную. Мы дали возможность, кстати, проголосовали по просьбе Министерства транспорта вот здесь. Мы за то, чтобы делать кольцевую дорогу вокруг. И вот здесь в районе выезда со Скулянки, значит, там должна быть двухполосное движение, далее выделили землю на развитие вот этого кусочка, выезд на Чеканы, но делается все, хотя нам рассказывали, что деньги выделены, быстрее дайте нам такую возможность, но все это стоит. Должен быть какой-то там руководитель, значит, который должен держать эти все вопросы. Повторяю, с небольшим количеством денег, процентов намного, ситуацию в городе нужно улучшить, а потом, конечно, это требует вложений. Да. Извините. Еще один момент хотел отметить про безопасность именно пешеходов. Значит, ну, во-первых, необходимо продолжить программу по освещению пешехода, потому что мы с Александром Петровичем, с Лумтехом тогда запустили эту программу. Все вы видели, как осветились переходы, насколько водителям стало проще и безопаснее пешеходам, потому что в ночное время это было что-то страшное. Значит, в том
числе сейчас мы настаиваем на то, чтобы муниципальное предприятие «Эксдрупа» окрасило эти пешеходные переходы светоотражающей краской. Для того, чтобы полностью замкнуть этот круг, и для того, чтобы водитель в первую очередь видел сдалека и пешехода, и пешеходный переход, и обезопасить как водителя, так и пешехода. Хорошо бы, чтобы краска не смывала где-то постоянно. Ну да, и еще один немаловажный вопрос по безопасности. Мы говорим о подземных переходах. Не такие большие деньги нужны на восстановление переходов. Еще 4 года назад мы с Александром Петровичем на фракции обсуждали, от имени фракции, от имени комиссии, направляли запросы в исполнительную власть. Чтобы понимал город, значит, мы когда поработали с «Эксдрупа» еще предыдущим руководителем, были разработаны материалы, вернее, подобные материалы, удешевить все эти переходы. Так вот, на переход, на среднестатистический, значит, требуется 400, 600, 800, мы говорим без мрамора, да, без мрамора, 900 тысяч лей. Что проблема делать два перехода в год при огромных тратах? Два перехода в год, ну не надо, вот давайте мы все, ну сделайте, вот 4 года прошло, вот, два перехода в год, на сколько там, 28 переходов, ну давайте мы это закончим. Никто даже вообще тратит на что угодно деньги. Да, к сожалению, время поджимает. А вопросов за кадром осталось, наверное, если не добрая половина. Я, с вашего позволения, хотел бы, мы не успели осветить те программы с фракции социалистов, которые мы сейчас ведем, они все уже обнимают. Но если Виталий Иванович вкратце бы упомянул их все, и что будет твориться в этом году, дополнительно, что будет предложено. Если можно, еще 2-3 минуты, и мы как бы... Энергетику мы не затронули, есть еще... Ну, как сказали, будем... Общественный транспорт не затронули, но... Если можно, по программам. Программам не раз уже заявляли, в принципе, кишиневцы и благодарны, уже и слышали о том, что мы делаем. И эти программы за последние годы, то есть было установлено порядка 150 детских площадок, там фитнес-площадки 80. 70 было установлено, освещение внутридворовых, ремонт тротуаров, внутридворовых дорог, стадионы 2 запустили, сейчас строятся, 20 беседок, 600 скамей. И только на 2019 год, значит, будут установлены будет установлено 750 скамеек, значит, 85 детских, 80 фитнес. Там будут отремонтированы ступеньки, дорожки, крыши, подъезды. Значит, все эти программы курирует фракция ПСРМ в муниципальном совете. И да, согласны, что, может быть, не выделяется такое количество денег, как необходимо для того, чтобы... Невозможно сделать все, но делать надо, поэтому мы это делаем последние годы. Ну, надо сказать, много не мало, но фракция, значит, пробила в этом году 40 миллионов, 10 миллионов осталось с прошлого года, и тем не менее город в этом году дополнительно, вот то, что перечислил Виталий Иванович, получит на 50 миллионов работ, которые видны, которые улучшают город. Как мы говорим, город будет лучше. Спасибо вам большое. Мы всегда рады помочь вам, муниципальным советникам, не только в освещении того, что делается, но и помочь в качестве вот такой вот площадки для обсуждения всех этих тем. Уверены, что муниципальный совет должен заработать, потому что, в принципе, бенефициарами всех ваших усилий там мы, кишиневцы. И чтобы, так сказать, награда нашла своего героя, нужно это все доказать и узаконить на площадке муниципального совета, для того, чтобы это стало повесткой, рабочей повесткой дня каждого чиновника в Приморье. Ну, я говорю, наверное, общими словами, тем не менее. Я неправильный. Да, наверное, тем не менее, вынужден сконстатировать, что сегодня пока вот процесс в этой стадии. Всегда будем готовы освещать темы, которыми вы занимаетесь, и будем продолжать нашу сегодняшнюю беседу. Продолжим, наверное, и в следующем нашем эфире. Вот сейчас озвучиваю такое приглашение в следующую среду. Милости просим. Ну, я не знаю, в следующую среду, но обещаю кишиневцам, пока мы еще мандат в этом году, правда, заканчивается, что попытаемся информировать о тех проблемах, которые поднимает и фракция, и комиссия ЖКХ, и, значит, то, что делается в городе, и говорить о тех проблемах, чтобы обратить внимание всех, не забывать именно эти проблемы, они зачастую просто недоработка вот исполнительной власти. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях были муниципальные советники от партии социалистов Александр Комаров и Виталий Мукан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас.